В народе говорят: готовь сани летом, а телегу зимой. Как только завершился отопительный сезон, в Славянском районе началась активная подготовка к осенне-зимнему периоду. Школы и детские сады, многоквартирные дома в городе и районе отапливаются котельными этого предприятия. 63 котельных и порядка 90 километров теплотрасс. Все это обширное хозяйство обслуживает Славянское муниципальное унитарное предприятие «Теплокомплекс». Его сотрудники хорошо знают, что сейчас лучшее время для ремонта и обновления системы теплоснабжения. И не откладывая дел в долгий ящик, они приступили к подготовке к зиме. Очень важный вопрос – автоматизация работы. Уже 10 котельных, оснащенных современным оборудованием, работают без операторов. В настоящее время автоматизируется и котельная 18-й средней школы. В рамках автоматизации этой котельной выполняется сейчас специалистами работы по отлаживанию оборудования для того, чтобы котельная работала в безоператорном режиме, в автономном режиме. Вся информация по работе этой котельной будет вводиться на единый диспетчерский центр, где можно будет отслеживать все параметры работы котельной. Для обеспечения этих работ мы в том году закончили подготовительные работы, установили пожарную сигнализацию, заменили узел учета газа на коммерческий, поставили тепловой счетчик на котельной, чтобы полностью снимать всю максимальную информацию. Кроме этой, в 2020 году запланирован переход на автоматический режим работы еще 3 котельных в Славянском районе. Это позволит уменьшить стоимость их эксплуатации и в то же время повысить надежность. Конечно, автоматизированные котельные не останутся без контроля. За их работой будут следить прикрепленные специалисты. С 2014 года проведена ряд реконструкций котельной, где-то установлены новые блочно-модульные котельные, тоже в безоператорном режиме. Также самая сбор информации через диспетчера для того, чтобы, во-первых, мы обновляем оборудование, делаем его максимально безопасным, стабильным в работе. Подготовке к новому отопительному сезону на предприятии уделяется первоочередное внимание. Вот уже 3 года подряд Славянское муниципальное унитарное предприятие «Теплокомплекс» получает паспорт готовности в Ростехнадзоре. Это свидетельство высокого уровня готовности и надежной работы. Конечно, модернизация и поддержание работоспособности котельных и теплотрасс требуют немалых расходов. Потребителям следует позаботиться о погашении имеющейся у них задолженности, чтобы финансирование подготовки теплокомплекса к зиме было бесперебойным. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, программа «События».